Здравствуйте, в эфире телеканала 24KZ «Парламент». Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адель Нуртай. Члены Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели расширенное выездное заседание в республиканской школе «Жасулан» имени генерала Сагадата Нурмагомбетова, в ходе которого депутаты Верхней палаты парламента разъяснили военнослужащим и воспитанникам военного училища смысл послания главы государства «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее». Здание и условия все созданы для обучения жасулановцев. Это будущие защитники нашей Родины, Казахстана, будущие офицеры. Сегодня мы провели встречу. Чувствуется, что все условия, все создано для хорошего обучения и для хорошего будущего, для будущих военнослужащих, которые будут защищать нашу Родину. Я хочу сказать, что главная задача для них – это учеба, еще раз учеба и дисциплина. Мы сегодня сделали доклад, я сделал доклад по посланию нашего президента, это стратегия 2050, вхождение 30 передовых стран мира, Мангалекиель, чувство патриотизма, в общем, дали разъяснение по посланию президента, какая цель послания. В принципе, то, что звучит послание, здесь уже для Жасулана уже сделано это все. Только остается отдача от них, чтобы они это все осознали. Отмечу, что республиканская школа «Жасулан» была создана в 1999 году по поручению главы государства и является единственным учебным военным заведением в республике, где проводится углубленное обучение основам военного дела, усиленная физическая подготовка и военно-профессиональная ориентация воспитанников с 5 по 11 класс. К слову, в ходе экскурсии сенаторы лично ознакомились с профессиональными военными навыками жасулановцев. Приступи! Так, сколько? 8 и 21. Оценка? Отлично. В рамках выездного заседания комитета сенаторы также ознакомились с учебно-материальной базой Жасулана, осмотрели учебные классы, библиотеку, спортзал, музей, общежитие и столовую. А в ходе беседы с жасулановцами в красках и на конкретных примерах рассказали о патриотизме, идее Мангалекиель и призвали воспитанников учебного заведения к полному и ответственному осмыслению послания главы государства. Обратите внимание на послание главы государства. Вот с первой строки. Жаңа дәуірдің кемел келбеті. Это первое. Это просто направленное послание изначально вот вам, каждому из вас. Потом у президента, если обратите внимание, еще раз почитайте, вот у президента есть путеводный маяк, гавань. Вот знаете, президент сравнивает нашу страну вот на просторах водных, степных, не имеет значения. Вот как большой, огромный, современный, абсолютно насыщенный и на все, что в мире лучшее, привнесенные в этот огромный корабль, вот, который вы должны охранять, который вы должны обеспечить всестороннюю защиту, оборону. И вот когда речь идет о Мангалекиель, это вот все в ваших руках. Я хотела пожелать вам успехов, еще раз попросить, чтобы вы с карандашом в руке, как мы, депутаты, вот так все для себя подчеркиваем, определяем, чтобы это было. Я вам желаю успеха. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день в эфире круглосуточного информационного телеканала 24KZ. И вы узнаете еще много важного и интересного из жизни высшего законодательного органа нашей республики. До свидания.